Расцвет и упадок Римской империи. Призрак великого Цезаря. Принчестер Телевижн представляет. Приключения Шерли Холмс. Владельцу этого письма. Примите мои поздравления. Решение загадки шкатулки потребовало более чем неординарных дедуктивных усилий. В главных ролях Мередит Хендерсон. Моя работа отняла у меня всю жизнь, и я не оставил наследника, который мог бы пойти по моим стопам. Джон Уайт, но я представляю себе вас, мой юный друг, живым воображением. Любые тайны, порожденные человеческим сознанием, им же могут быть и раскрыты. Искренне ваш, Шерлок Холмс. Дело о подкидыше. Хотя историки и пришли к согласию, что Нерон начал выживать из ума, нет никаких исторических подтверждений. Голословным утверждением о том, что он действительно приказал сжечь Рим. Прошу вас, оставайтесь за столами, пока я не вернусь. Пошли. Ребята, я не могу позволить вам выйти. Конечно, если только вам не очень нужно. Композитор Терри Фрайер. Надеюсь, их не застукают. Откуда эти странные звуки? Забавно, но кажется, из кладовки. Продюсер Ким Тодд. Мистер Хоуи. Мисс Холмс, я дал вам четкое указание. Прошу прощения. Автор сценария Сьюзан Нильсон. Режиссер Рик Стивенсон. Кто мог оставить ребенка у вас на пороге? Актуальный вопрос, мисс Холмс. А теперь вы оба немедленно в класс. Все в порядке. Почему бы вам не вызвать полицию? Мне категорически запретили. Позаботьтесь об Оскаре и не обращайтесь в полицию. Мы полагаемся только на вас. Наверное, кто-то из ваших знакомых, сэр. Не может быть. Я стараюсь избегать семейных знакомств. Я и младенцы, это несовместимо. Написано в спешке. И ребенка оставили тоже в спешке. Значит, они боялись, что за ними гонятся. Непростая задача. Вам нельзя обращаться в полицию. Но если не обратитесь, вас могут обвинить в похищении детей. Господи. Большой папа, юная мама. Все чисто. Но торопись. Юная мама? Интересно. Есть. Отличный отпечаток пальца. Итак, у нас 6 подгузников, 3 пеленки,
Инструкция, пара бутылочек, детское питание и несколько бисквитов. Вполне достаточно на несколько дней. Ты что, смеешься? Этого хватит максимум на день. Все дети пукают, писают и какают. С каких это пор ты стал специалистом по детям? Если у тебя 6 племяшек, хочешь не хочешь, а кое-чему научишься. Похоже на губную помаду. Близко, это грим. Типа того, что используют артисты на сцене. Эй, слушай, это ведь ребенок, а не арбуз. Он вещественное доказательство. Похоже, мамаша или папаша у него рыжие. Не натуральные рыжие. Это искусственные волокна. Мисс Стратман, как я рад вас видеть. Прошу прощения, но мне нужны тетради для научной работы 8 класса. Никогда не обращал внимания, какие глаза, какой милый зеленоватый оттенок. У меня голубые глаза, мистер Хоуи. Кажется, вы чем-то очень увлечены. Мы решили заранее подготовиться к контрольной по химии. Очень благоразумно. Бо, передай, пожалуйста, соляную кислоту. Мисс Стратман. Ах да, кстати, об учебниках. Я хотел поговорить с вами о приобретении нескольких новых исторических изданий. Исторические издания, мистер Хоуи, должны быть старыми. Мисс Холмс, вы уверены, что все правильно делаете? Абсолютно. Что ж, продолжайте. Надо уносить отсюда Оскара, и немедленно. Опилки? Грим, красный парик, опилки. Естественно. Семейный цирк Сабо. Вот он. Шерли. Еще один. Этот цирк в городе единственный. Да. Тут должна быть какая-то связь с Оскаром. Ну, пошли, пошли. Детские вещи. Да. Для ребенка-мутанта. Взгляни-ка. След от зуба. След от двух зубов. Это один из бисквитов, как у Оскара. Совпадает. Бросьте все, немедленно. А теперь машите руками вверх-вниз, как цыплята, и подпрыгивайте. Очень трогательно. И все-таки придется вас пристрелить. Пах. Надо же так купиться. О,
Мы ничего не украли. Нет, мы просто любим цирк. Хотели бы наняться на работу. Смотрите в глаза реальности, детки. Цирковая жизнь не сахар, огромный труд. А зарплата — один смех. Берни, я даже не могу передать, насколько больно мне слышать, с каким пренебрежением ты говоришь о нашем семейном деле. Я просто хотел их отпугнуть, дядя Энтон. Они шныряли в раздевалке. Шныряли, говоришь? Ну, естественно. Потому что против цирка не устоять. От инспектора манежа до последнего рабочего уже несколько поколений семьи Сабо связано с цирком. Вы родственники? Это его жена. Ее не стало пару месяцев назад. Моя несравненная Ванда, величайшая акробатка, таких больше нет. Извините. Два билета на любой сеанс. За счет заведения. Спасибо. Вещи в довольно неплохом состоянии, с учетом, что их переносили все мои кузины. Отпечатки совпадают. Тот, кто писал эту записку, работает в цирке. Скорее всего, это один из клоунов. Превосходная дедукция, мисс Холмс. Давайте вернем его обратно. Мистер Хоуи, кому-то стоило больших трудов отправить его оттуда. Боюсь, я совсем не гожусь в приемные родители. Тихо, тихо, Оскар. Тихо. Иду, Оскар. Иду. Опилки. Кто-то вчера шел за нами следом. Его родители оставили ему вещей только на одни сутки. Они должны сегодня вернуться. Что могло с ними произойти? Это мы и должны выяснить. Можете описать того, кто напал на вас? Найти его будет несложно. Кажется, я сломал ему нос. Газики мучают, маленький мой. Вот умница. Куда ты ставишь? И так много. Это действительно необходимо? Да, за нами следят. Хоуи дал в нос этому силачу? Пошли. Вовремя вы появились. Вчера утром мы звонили в агентство. В агентство? Вы же клоуны на замену? Нет? Да. Нет? Да. Да. Правда, мы просили одного клоуна. Вы работаете в паре или как? Она Стинки. А он? Бо. Кого мы заменяем? Этого пересмешника. Он с женой смылся от нас два дня назад. С женой? Сьюзен психичка. Да если бы он не был сыном босса... Жизнь гораздо сложнее, если ты всего лишь вшивый двоюродный племянник. Ладно, показывайте вашу программу. Давайте, давайте, шевелитесь. Ах, да, программа. Мы же клоуны. Ну, давай. Mm.
Пересмешник и Сьюзен психичка должно быть родители Оскара. А мистер Сабо? И его дедушка. Нужно найти силача. Это нить. Они не смеются. Ты что делаешь? Это было необходимо? Думаю, мы им понравились. Я здесь, мистер Сабо. Что я вам говорил? Негодные родители. Прежде всего, мистер Сабо, давайте заберем вашего внука у этого типа Хоуи. Мистер Хоуи. Нужно его предупредить. Где твой сотовый? В другом клоунском костюме. Нужно найти родителей Оскара. Это бред. Они могут оказаться где угодно. Они явно недалеко. Не забывай, они планировали вернуться за Оскаром. Животные, чтобы я еще раз стал кормить вас. В цирке нет никаких животных. Сплошной реквизит. Психичка Сьюзен, где пересмешник? Я здесь. Помогите. Выпустите нас отсюда. Скорее. Выпустите нас. Нам нужно забрать Оскара. Как? Руки, скорее. Хорошо. За короткий конец. Это веревка для трюков. А теперь ноги. Давайте, давайте. Хорошо, спокойно. Быстрее, быстрее. А кто вас связал? Не спрашивай, некогда. Действительно, нужно спешить. Полиция уже отправилась к дому мистера Хоуи. Мистер Хоуи? Оскар должен был быть у моей кузины Дарлин. Ты же отнес его в 333-й повест Арнер? Я думал, 333-й по Ист-Арнот. Тед! Ты точно психичка. Надо было предупреждать. Хочешь немного перекусить, Оскар? Ну как, детка? Откройте, полиция. Откройте, полиция. Оскар, все хорошо. Уходим. Зачем вашему отцу Оскар? Он тяжело переживал смерть матери. Ванда акробатка? Да, Тед вынужден был целиком погрузиться в наследное предприятие. Теперь учить Оскара. Это никогда не изменится. Я не хочу, чтобы отец воспитывал Оскара, как меня. Мы решили сбежать. Где ключи? Пришел за добавкой чугунный лоб. Задержите его, он хочет похитить Оскара. Оскар, солнышко мое, этот дикарь обидел тебя. Я могу все объяснить. Я все объясню. Обычно мы оставляем ключ зажигания в чемодане. Почему ваш отец сказал полиции, что вы негодные родители? Я во всем виноват. Я тот клоун, который забыл Оскара в прачечной. Было и прошло. Я простил тебя, Тед. Но он вызвал полицию. Подтверждение тому, что отец хочет заполучить Оскара. Поэтому вы хотите его отправить? Пересмешник.
Прочь с глаз моих, Берни. Можешь снова бежать к своему дяде Энтону, как всегда. Ты не это ищешь. Да это же дядя Энтон. Моя крошка. Не волнуйся, дорогая. Оскар теперь в безопасности и от тебя, и от этого коварного школьного учителюшки. Отдайте мне моего ребенка, вы не имеете права. Я имею полное право. Кто-то должен заботиться об Оскаре. Сделай же что-нибудь, Тед. Тедди уже достаточно сделал. Он оставил его неизвестно в чьих руках. Может, он и не прав, но он не безнравственный. Не слушай его, он сумасшедший. Слушайте меня. Параноидальный маньяк. Беспомощная попытка отвлечь внимание от реальности. Если ты так заботишься о состоянии Оскара, тогда что это? Ты сделал это из старого трико матери. Ведь это так. Это ее любимая. Есть ли лучший способ пойти ему по стопам бабушки? Со всей его гибкостью, он такой естественный. Вы думаете, Оскар тоже станет великим акробатом? Все дети могут засунуть себе в рот свою ногу. Это правда? Вы собираетесь включить 9-месячного младенца в цирковое представление? Кого-то ищете? Тед ошибался в одном. В семейном цирке Сабо произошли изменения, и все благодаря Оскару. Тед перестал быть клоуном во всех смыслах. Мистер Сабо согласился с тем, что настало время Теду возглавить цирк. Особенно после того, как Тед согласился не подавать на него в суд. Многое изменилось и для мистера Хоуи. Тед и Сьюзен были так благодарны ему за спасение Оскара, что попросили его стать крестным отцом Оскара. Некоторым детям во всем везет. На русский язык фильм озвучен дистрибьюторской компанией «Видеофильм».